Автомеханик Робби. Полицейская машина сильно испачкана грязью. Она приехала на автомойку к автомеханику Робби. Полицейская машина очень грязная. Что же случилось? Тесла, ты можешь узнать? Хорошо. Полицейская машина разрешила роботу Тесла подключиться к главному полицейскому компьютеру, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Бордовый пикап нарушил правила дорожного движения, и полицейская машина произвела задержание нарушителя. Полицейская машина задержала нарушителя, но испачкалась в луже грязи. Ну что ж, приступим к мойке автомобиля. Счищаем щеткой засохшие куски грязи. Теперь пена. Снова пройдемся щеткой. Смываем пену водой. Теперь высушим автомобиль. Отлично, хорошо поработали. Полицейская машина как новенькая. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал!